Будущую звезду Ютуба выявил очередной рейд спецбата ГИБДД в Заводоуковске. Рано утром полицейские остановили автомобиль Mazda. У водителя не оказалось документов, а из салона авто пахло алкоголем. Молодой человек повел себя неадекватно. Сначала он утверждал, что нога у него болит, так как инспектор ударил ее наручником. Затем начал снимать все происходящее на камеру, якобы вмонтированную в кроссовок. Вы мне ударили. Чем? А вы кто вообще такой? Инспектор ДПС. А как ваша фамилия отчество? А нагрудный значок какой у вас номер? Посмотрите, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, мне в пятку моего ботинка удостоверение. Показания алкотестера водителя составили практически 2 промилле. В лечебном учреждении мужчина отказался от экспертизы и оскорблял медиков. Ранее молодой человек уже 3 раза задерживался за пьяное вождение.